Встреча черногривого бизона и толстокожего удава может закончиться очень плачевно для мохнатого жука, безмятежно катящего свой шарик. Привет, златоликие ястребы! Вы на канале Muay Thai CK, а я, Федорович, покажу вам бой, и не один, между представителями капуэйры и корейскими мастерами итхэкёна, который для кого-то закончился печально, а вот для кого, бойцов или зрителей, судите сами. Знающий не говорит, а говорящий не знает, но что-то делать должны все. Решили две школы капуэйру и итхэкёна и замутили матчевую встречу, которая собрала всю деревню, ибо вопрос, кто сильнее, мучает все поселение многие века, так как нет у них других единоборств, кроме этих. Бойцы капуэйры облачились в белые наряды, а корейские мастера в джентльменские, только наоборот, белый низ, черный верх. И сошлись они в великой рубиловке, от которой даже местные куры перестали нестись, а коровы вместо молока давали сразу сметану, ибо зрелище это было умопомрачительно. Правила у поединков были предельно жесткие, конечно, как для этих единоборств. Руками бить вообще нельзя, а ногами можно любые удары. Про борьбу и речи не идет. А победителем незамедлительно становился тот, кто первым попадет ногой в голову, причем неважно как, сильно, слабо, главное дотронуться до головы. Если про капуэйру многие из вас слышали, то про итхэкёна, думаю, нужно сказать пару слов. Что это вообще за единоборство? Итак, итхэкёна – это древнее корейское боевое искусство. В итхэкёне преобладают удары ногами и высокие прыжки, сопровождаемые ударами ног. Запрещены любые удары кулаками. Вместо этого применяются удары с помощью открытых ладоней. Борьба запрещена. В общем, очередное тайное боевое искусство для мгновенного убийства. Вот только правила этих спаррингов не позволяют корейским мастерам показать все свои умения в полной мере. А тем временем, как старый журавель, съедающий по 5 зеленопузых шкреков за раз, наши бойцы показывают невероятные навыки и попадают друг другу ногами в голову. Как муравьи, разрушающие плотины, бойцы молниеносно сносят друг другу головы, а поединки, как неостановимый водопад, слетающий с прекрасной горы, длятся меньше минуты. Пишите в комменты, что вы думаете про этих бойцов и кто же все-таки круче, капуэра или итхэкёна. Подписывайтесь на канал, жмите колокольчик, ставьте лайк и делитесь видео с друзьями. Пускай также знают, что бывает и такое. А вы можете стать партнером канала или знаменитым подробнее в описании под видео. Также смотрите бомбовые видео в описании. А если вы хотите начать тренировки даже в домашних условиях или усилить свои, забирайте бесплатные видеокурсы в описании. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках.발로 얼굴을 맞아야 되지만 정확히 맞아야 돼서 카페를 인정합니다. 푸시 푸시 붙이세요 붙이세요 푸시 가드 미안하다 화이팅 화이팅 난 나가라 뭐라 뭐 바이스케다 바이스케다 오오 머리 넘는 거 몰라 가드 아유 그 그냥 비스케다 Ah,
가드 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 가 가드 푸시 니스키 니스키 나카 Лучшие приемы, техника ударов, эффективная работа на мешках и лапах, самооборона на улице. Забирай бесплатные видеокурсы в описании под видео.